Битва за Славу 2. Клинская онлайн-игра от российских разработчиков Заебис, созданная по аналогу с известной игрой One Age 2. Основной идеей игры является захват и контролирование территорий, а также военные действия между 5 враждующими расами, уникальный геймплей, игровая атмосфера, эпические битвы, интересные ивенты и потрясающая графика ждут вас в Battles for Glory 2. И всем привет, дорогие друзья, с вами Никитка. Сегодня мы продолжаем играть в Euro Truck Simulator 2. Это третья часть уже. Записываю подряд, потому что, ну, зачем терять время, пока у меня есть время, почему бы и не записать. И надеюсь, все там нормально, потому что я даже не смотрел предыдущую запись. Мы с вами, походу, поедем на Ивеко, как я понял, да? Ну, давайте возьмем этот заказ, съездим. Калайс. Заработаем практически 6000 рублей. О, евро. Извиняюсь. А, нет, едем мы на ДАФе. Отлично, есть навигатор. Вот это самое главное. Посмотрим наш салон. Да, вот это уже побогаче комплектация. Вот это мне нравится, да. Два спальных места, люк, все дела, рация. От души просто. Заводим. А, все, машина за... у нас, да. Включаем просто свет. Потому что сейчас 3:30 утра. Я выспался. Да. Так. Я надеюсь, машины сейчас не будет. Мы с вами быстренько доедем. Ага. Ну, грузовики, ладно. Так. Оп. Твою в дивизию. Нет. Нет. За что? Почему это именно сейчас? Я забыл сохранить. Обида, обида. Так, ладно, ничего страшного. Плохо заложили мы с вами вираж, мы попали на 31%, придется заехать в мастерскую. А в данном городе ее, походу, нет. Ладно, ничего страшного, ничего страшного. Главное, чтобы машинка наша не глохла. Ехала она без проблем. Будет глохнуть, будет печально, потому что на круиз-контроль не поставишь. Заглохнет и сразу всю скорость мы потеряем. Нам сейчас поворачивать налево. Ой-ой-ой, я проехал на красный. И мне не дали штраф, это хорошо. Да, вот таких тоже нарушений, дорогие друзья, допускать нельзя. Главное, что не нужно. Допускать это врезаться в другие автомобили других участников дорожного движения, как говорится, да? Едет там грузовик, а он едет по левой полосе, так что все хорошо. Ох, блин, ну плохо началась серия. Вот если честно, очень плохо. Это знак, что что-то еще произойдет. У нас с вами 13 тысяч, хотя бы 14 тысяч. Почему еще так плохо? Ну ладно, нам надо уходить, тормози. Отлично. То бы мы сейчас бы еще какой-нибудь такой автобус пилились, если бы не съехали с этой полосы. Давай, ты больше 90 пойдешь? Не пойдет. Ладно, ставим круиз-контроль. Я думаю, знаете что? Надо выключить. Зачем? Когда у нас есть свой навигатор в машине, это все по красоте. Да, я правда не вижу скорость. Но в принципе я предполагаю, какая скорость. Потому что в низком качестве графики игры не так все хорошо видно, как хотелось бы. Не забываем писать в комментарии, какие еще игры мне снимать. Какие летсплеи вы хотели бы видеть. Ага, вот. О чем я и говорил. Ни хера себе, с третьего раза завел что-то. Что-то вообще там в коробке у нас беда. При переключении с какой-то там. Да. А при чем тут коробка? Я так и не понял, когда весь удар пришел уже на мотор. Ну, значит, что-то мы там смяли. Что теперь коробка у нас не так плавно переключается. И с посторонними еще звуками. Ну ладно. Мы с вами валим дальше. Быстренько сейчас доставим этот груз.
нас снимут бабла, дофига, дофига бабла нас, с нас снимут. Кстати, а в этом навигаторе, который у нас есть сейчас в нашем дафе, он показывает мастерские там туда-сюда. Вот надо будет посмотреть. Не забыть. Так, по-моему, я тронул сейчас микрофон случайно, я извиняюсь, если какие-то нехорошие звуки были сейчас. И хочу сказать, там машины все равно есть, но их поменьше, да, большая часть грузовиков. Да блин, опять телефон. Нет, не буду я не отвечать ни на чьи смс-ки. Я за рулем, все. Мы с вами законопослушные, мы не нарушаем правила дорожного движения, хотя как нарушаем, но никто не знает, никто не видел. Так, это что, ремонт дороги опять? А, нет, просто, типа, ограждение тут у нас. Разрешено 70, получается, мы сейчас нарушаем, да? Да. Ладно, и мы с вами уже проехали практически 100 километров. Быстро. Скорее всего, даже возьмем 2 заказа. Если будет, конечно, у нас везде 90, да, само... и не будем вот так глохнуть, да, тогда мы с вами быстренько доедем. Вызывать эвакуатор, да куда он нас сейчас довезет? До ближайшего, конечно же, города. А ближайший город — это там, где мы с вами начинались. Хотя там же нету техцентра. Хм. Тогда не знаю. Ну, не хочу, если честно, не хочу. Мы с вами доедем даже вот на таком дряхленьком, получается, теперь дальше. Нас обгоняет грузовик. Не дадимся, не дадимся, нет. Также, дорогие друзья, никогда не препятствуйте обгону. Может закончиться все плачевно и для вас, и для обгоняющего. Мы с вами уже валим 90, мы ставим круиз-контроль. Ты смотрите, он хочет меня обогнать все равно. Да, мы с вами едем 90, нам скоро уходить уже с данной трассы. Он нас в итоге обгоняет, ну вот он валит больше. Как он может валить больше, когда получается вот тут у всех ограничения? Обидно. Так, аккуратненько. Аккуратненько. Я думаю, притормозить все-таки надо. Вы меня знаете, я и на ровной дороге могу устроить большое плачевное ДТП. Так. Ты будешь разгоняться у нас или нет? Нет, не будешь? Ну давай, тогда я пошел на обгон. Так, все красивенько, аккуратненько. Также хотелось бы узнать, как у вас проходит летние каникулы. Надеюсь, вы не сидите в Москве, как я. Потому что, ну, мне в деревне скучно. Хоть все знают, что у меня там есть машина, но, блин, как-то все равно нет. Да и не подрифтить сейчас. А если я и дрифчу, то потом сбивается зажигание и... машина едет и пердит. Да, в плохом сразу состоянии становится. Здесь у нас только парковка. Да, он все показывает. Так, у нас, значит, поспать и бензинчик залить. Нет, спасибо. У нас все еще нормально. Нам хватит этого бензина, дизеля, доехать. Не знаю, даже в пару-тройку городов точно. Мы с вами спокойно можем доехать на полном баке. Вот. Пишите комментарии. Реально пишите комментарии, что снимать. Уже я повторяюсь и в этой серии второй раз, и в той серии несколько раз повторялся. Потому что, если честно, нет, есть у меня некоторые предположения, что можно заснять, но все же желательно знать, чего хотите вы видеть на моем канале. Так что так. Пилим с удовольствием видосы. Каждый день пилю по несколько штучек. Сразу на недельку вперед. Хотелось бы записать, да, и так каждый день. Чтобы если что, потому что уеду там скоро недель на две. Тогда придется мне там столько видосов напилить и выкладывать. Так, я сбрасывать скорость не хочу, я только разогнался. А, да тут нормально, нормально. Сейчас главное
Если тут двухполосная, да, отлично. Двухполосная. Все отлично, отлично. Ого, ей-ей-ей-ей, успел вовремя. Не так сильно, не так много мы потеряли. Так. Скоро уже подъезжаем к месту назначения. Потихонечку мы с вами развиваем нашу компанию под названием Active Network. Скоро у нас будет свой грузовик. До него накопить-то оказывается быстро. Ну, если поиграть часиков 5. Да, тогда быстро. 5, дороги какие-то за поворотами. Отвлекусь чуть-чуть, еще и кобзда. Что же, ограничение 70? Нам пофиг, мы валим дальше 90. Это, я надеюсь, не город, да? Или мы въезжаем все-таки в какой-то город? Да отвали ты от меня! Да, ограничение 70. А, все нормально, можно проехать, да? Надеюсь, на этом мосту не будет у нас камер. То походу... Нет, походу есть. Нет. Сбросим. А, уже 90 можно. Так. Блин, тут в городе вон знак вопроса есть. Какой получается мой город с вами приезжаем? Давайте посмотрим. Ага. Лайл. Блин. Здесь тоже два вопроса. И здесь вопрос. Ну, я надеюсь, мы здесь не один раз проедем. Если что, мы тогда в следующий раз заедем. Посмотрим, что там. Надеюсь. Так, внимание. Ага. Тут какой-то критический у нас тут. Все плохо. Ясно. Нет, заехать можно, но нет, не поеду, не хочу. Честно, не хочу. Тратить сейчас время. Блин, свалите с дороги. Придется, блин, на встречку выезжать, тормозить еще. Не буду я тормозить. Выехал, блин. И тот не ехал, и этот не ехал, блин. Бывают такие ситуации. Нехорошие. Когда приходится нарушать из-за каких-то даунов, которые едут, как говорится, сиськи минут. Так. Осталось там совсем немножко. Тут километров 50, наверное. Давайте посмотрим. Ну, 70. Ну, блин. Я, в принципе, угадал. Практически. Быстренько мы с вами едем. Там вон тоже грузовики, машины везут, еще что-то. Да, было прикольно, если тут можно было хотя бы с ботами как-то общаться. Какие-то боты. Можно было вообще ходить. В мире в этом ходить. Да, было бы круто. Ну, блин. Печально, что нельзя. Реально. А если бы еще была Россия, это вообще от души. Там такие дороги, мы с вами бы, я не знаю, серии 5, наверное, ехали только из Москвы до Тулы, а там километров 150 всего лишь. Ну да. Поставлю круиз-контроль, палец уже отсох. В этом минус, что педали не работают. Аккуратненько. Угу. Отлично. Ой, кайфово едем ночью. Люблю ездить ночью. Фары. Да, если только на встречке нет ксенонов. О, в руле какой-нибудь колхозный ксенон, и все идти ослеп, считайте. Вот та-та-та-та-та-та. На 30 километров, блин. Как знал, что сейчас заглохну. Он вообще хрюкает у нас мотор. Осталось 40 километров, я, пожалуй, включу наш такой навигатор, скажем. Скоро поворот. Ну, в принципе, ладно. Ну, доехали бы чуток побыстрее. А, это время прибытия, получается. А сейчас у нас всего лишь 2 часа ночи. Ясно. Вообще нам показалось, что мы с вами приедем в 3, половина четвертого. На самом деле мы приедем с вами уже в половину третьего. Я же говорю, мы с вами быстрые. Лучшие доставщики.
Главное не перевернул, что наш грузовик в случае чего. Так, нам еще тут тормозить надо. Ну нормально, заходим. Все. Стало всего лишь 20 километров, мы выезжаем с вами в город, ограничение скорости я сейчас не посмотрел, которое было на знаке. Ну, наверное, 90 сейчас показывает. Просто бывает, что едем, а знак 70 стоит, а на навигаторе это показывает 90. Бывает. Так. Неожиданно, неожиданно, блин, было. Да иди ты в жопу, чё, мотор, блин, не заводится. Бомбит немножко, блин. Да как так-то? Меня никто не предупреждал, знаков не было, ничего не знаю. Так они 100% были, я просто слепой и не заметил. Минус 500 баксов. Баксов, ну твою же мать, а. Так, проедем прямо и посмотрим, что у нас там. Потому что когда я тут еще поеду, никто не знает. Да, давай ты заводишь. Так, и что это у нас? Кадровое агентство. Да, я же говорю. Ну, получается, это будет уже автосалон у нас. Ну, сейчас проедем, посмотрим. Красный прям передо мной еще загорелся. Ой, ну как так-то? Обидно. Вот, реально обидно. Я уже опять устал, хочу спать. Ну, давай, загорайся, чувак, я тут, загорайся. Ага, сейчас мне вы... Вот, все зеленое. Проедем, кружочек дадим лишний, опять, а не желтый магазин, слава богу. Сейчас мы с вами сюда завернем, здесь развернемся. Ман, здесь у нас маны продают, хорошо, оп, аккуратненько. Еще мои лишние круги будут наворачиваться, зачем мне это надо? Выезд на встречку. Так, что у нас тут с парковкой? Ой, парковка тоже неудобная. Сдаем. Проехали с вами 320 километров. Затрачено время 4 часа. С расходом на топливо 164. Хотя надо было припарковаться, и нам бы просто поменьше было бы за ущерб груза. Ладно. Ничего, нормально, все отлично. Мы с вами проехали уже 1000, практически 200 километров. Это круто. Заработали мы всего с вами 17 тысяч евро. Можно разгуляться теперь, пойти набухаться. Я не знаю, что можно с этим сделать. Но мы этого делать не будем. Мы будем продолжать развивать нашу компанию, чтобы у нас было все в шоколаде. И что ж, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр. Не забывайте оставить комментарий и поставить лайк. И всем удачного дня. Всем пока.